С холодной влагой дождей, всеубывающим солнечным светом и пасмурным настроением хочется чего-то согревающе загадочного. Экранизация известного даже за пределами Японии мистического ранобэ «Труп под ногами Сакурака» отлично вписывается в осеннюю хандру, предлагая вам головокружительное погружение в мир повседневного криминала. В центре истории обыкновенный японский школьник Татаваки Шатару, который волей случая сдружился с Сакурака Кёдзу. В свои 25 лет Сакурака предпочитает шумным вечеринкам и развлечениям полное одиночество в неприступном особняке. Но не подумайте, что девушка пребывает в постоянной депрессии. Напротив, она увлеченно предается своей главной страсти – коллекционированию костей. Сакурака собирает кости кротов и белок, лошадей и собак, но больше всего в ее обширной коллекции некроманта не хватает человеческих останков. Одержимая мечтой о человеческом черепе, она активно исследует окрестности Хоккайдо, втягивая в свои усердные раскопки податливого Татаваки. Каждая серия этой прекрасной истории рассказывает об очередной находке, которая ведет к разгадке старого преступления или неожиданному открытию. Сакурака мастерски использует глубокие познания в биологии и судебной медицине, помогая недалеким представителям полиции узнать тайну очередной криминальной драмы. Татаваки на фоне роковой красавицы выглядит, как и положено, глупеньким школьником. Но ровно до того момента, как желание утащить домой очередной череп или кости побеждает здравый смысл в сознании Сакурака. Именно тогда драма превращается в комедию, разбавляя короткими скетчами уж слишком мрачный настрой сценаристов. «Труп под ногами Сакурака» – великолепное аниме с глубокими и интересными персонажами, которые раскрываются с каждым новым эпизодом, а вместе с ними и тайна из далекого прошлого главной героини. Прекрасное графическое оформление и музыка создают правильную атмосферу, и независимо от того, любите вы мистические истории или криминальные детективы, данная история не оставит вас равнодушными.